Сейчас мы, по сути, не вайпались. Не знаю, мне такие косяки раздражают. Лучше бы вайплиться, чем так проносить. Тут шара не отбегаем, сферу не подбиваем. Давай, присты звездочку, а я командира. А что там еще за шматку упало, Олег? Ладно, говно. Ой, блядь, сказал законтролить звезду. Кто-то ебанул ее. Бейте звезду. В контроле при том. Давайте гнев небес кольцом, да. Давайте вызывай войско Таргариен. Поднимайте демона, но надо СПД. Это Африка. На, все, я проебался. Блин, меня подлагивает, что сегодня вообще капец. Блин, почему так я не убил Докса? Ну его убил раз 5. Там сзади моб тактик еще есть. Да? Не, вот ни одного стали на это лагивает. Кого там еще? Да пиздец как лагает. Сколько у тебя пинг? О, Серега меня пишет, 30... что лагает у белорусов. А, я понял, но у меня 350 пинг. Ну вот у меня сейчас до 450 поднялся. Ларри, как дела? Охуенно просто. У меня 63. Пайплайн тупит, падла. Надо позвонить провайдеру, дать им пизда. Сейчас я это и сделаю. Я думал, ты у меня одного все-таки дробилась, и у всех. Сейчас я бумагу достану. Знаешь, что ты не хочу. 1, 2, 3. Помнишь просто? Да, я уже вижу, сейчас я им позвоню. Запомни, это, конечно, смешно. А, снимите его. Спасибо. Что-то у них занято. Интернет, не один возмущенный решил позвонить. Боятся, что ты их запомнишь. Ну так самое главное, по спид-тесту у меня выдает почти этот... Сколько там у нас же? 80% это заявленное, должно быть скорости. У меня выдает 80 как раз, и габит. Но все равно, сука, лагает. У нас бы уже майдан собрали и расхуярили бы эту дата-центр. Давайте рыбку, кто падал, ребят. Это по статье Джесса, пожалуйста. Не, Фила здесь спекнется. Не надо, не буду спекнуться. Он вас запомнит. Ребят, ставьте скорей. Ну все, у меня нет, кончились бафы на приста, бафайте сами. Подходите все. Это надо Джесса поставить, у меня шмотки поломаны. Есть Джесс у кого? О, спасибо, друг. Вот и Риги можно купить. Чек на пол. Дайте каску по ДК. Ты горн давай, туда каску получишь. Мартр. Кстати, горна нету. Ну это и ничего. Нету горна, нету каски. Я кушаю. Не будет горна, не будет... Сдувайте ему, короче, каску, если не видите горну тупой.
хуярьте ему МП5. Дал, дал, Горн. Все, я вижу. Так, все вроде подтвердили. Не-не-не-не-не. Кто такое? А, дайте бабки. Что бабкам там? Может, БР и подождем, блядь. Да, давай, подождем. Дайте еще два роста. Интеллект, могучий маг физика. Все, дали. ДБМ, краснопол. Стой! 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 А будьте на физику, что получил этот укус. Давай, физика. 40к ДПС должен дать. Дайте ему прилив сил. Отлично. Сейчас он умирает от агро и убьем полгода. Блин, тут даже нечего говорить. Скажи, как ты провел день, там, не знаю, поговори с нами просто. Не, я имею в виду, вам надо вот это объявлять? Пакт омраченных, Светодар, Ноев, Удялин, сбегитесь. Если хочешь. Пока ты это скажешь, они сберутся. Роющиеся тени на Тюменской. Тени собираются окружать Тюменскую. Зеленая надпись на экране. Я желтая. Я считаю, нужно объявить, что Горин спал. Так, сущность кровавой королевы на вас. Факт омраченных на хатай, мырки, фырки, графит. Роящиеся тени на Оффорд. Сорян, кого-то не зацепил. У тебя есть дикое зелье магии, Джерион? Чё? Дикое зелье магии есть? Нет. Я могу тебе дать одну штуку как раз для Ланы, хочешь? Чё? Так, сейчас после взлетки. Так, улетаем. Держи. А, не успел повесить. Сорян. Выжил. Так, я иду кусать. Твою гимна отхил. Не укуси меня. Дружище, физик. Да я укусил давно. Давайте рост. Физика, ты где? Могу найти, чтобы тебе баночку дать. Вот, держи банку. Быстрее завязай, чтобы было 40 ДПС. Триксы дайте ему еще. Так, Удялин, готов забирать крылья? Я же уже забрал шмот. Он мог бы сказать, что мне это не забрал. Сегодня акция. Так, мне надо... Две по цене одной. Джейли скусаю. Давайте, у нас есть 18 секунд до следующего внушения страха. Пойдем за ДПС. Куда ты убегаешь? Да, ну, не убежать. По тактике. Багруха. Да, багруха. Так, угасающий свет. Ох, защитник, надо кому-то. Ебать, тут вот... О, МД, снова начал играть. Тут Войт Кнайт стоит какой-то, прикинь.
А Вальки нет вроде, он меня хуярит. Класс. Смотри, нихуя. Да, там два Void Knight'а стоят. Кстати, за аликов я тут видел Ханта Макгрегорса, вот прям точь-точь как наш, только там две буквы О. Да, ты разве не передал атаки? Охереть. А чё вы его бьёте? Потому что Void. Он запустился, типа, уже все, да, когда базарить начали или что? Да, сейчас забагался и все тогда. Пойдем спать уже. Ждут Войда, короче, у входа у Лича. Войды ждут Войда, блядь. Умереть из Войда. Прикинь. Все медведи. Это у тебя хватит перцов, чтобы в ЦУК десятку обычку сходить? Пока нет. У меня уже 716 пик. 716 пик. Кстати, тоже подскочил сейчас. Что тогда делаем? Расход? Что-то не поддержали меня. Меняем белорусов и все. Типа игровой расизм. Да-да-да. Дискриминация понесло душком. Кто-то говорил, типа одну убиваешь, агрится птичка, пиздоболая, блять, обоссаны. Да. Две сейчас убили, есть. И потом кто-то нажал на ястреба. От звезды отойдите, звезда ауешит. Хатай тупой. Я отбежал. Я же говорю, что я отлагаю, блядь. О, ну и второй тоже. Тоже. Я даже тело покинуть не могу. О, уже покину. Да, не будет интересно. Если надо, я могу на хил какого-нибудь зайти сюда. Кому жалко КД? Хотя, давайте раз. Не, мне не жалко. Ты тогда хулипал. Я могу зайти. Хулипал. Эника, ты же тоже хулипал? Или нет? Или ретрик у тебя? РДД, берите звезду, милики пока не подходим. Да все, так, у нас три хипалы и шам будет, никогда не надо перезаходить. Супер. Фантастический рейд. Фантастические твари. И места, где они обитают. Там может быть лозунгом Guilty Dark Stars. Фантастические войды и места их обитания. Что, так фильм назывался? Фантастические твари? И где они обитают? Приквел Гарри Поттера. О, что ли Гарри Поттера посмотреть, а? Да он заебал уже, Гарри Поттер. Шестая часть. Я смотрел его раз 20. Все части. Я шестую часть вообще обхохатывался, просто обоссывался, блядь. Когда этот... Так, смотрел, я обоссывался, да? Ари, сэр! Как ты говоришь? Да какой гоблин? Там это... Слизнорд, блядь. Этого Уизли фамилии путал постоянно, блядь. Так он только его не называл. Ари! Сэр! А помнишь, как Рон отравился? Не. Чем отравили? Ну, типа, его этим любовным зельем отравили. Ну, такой дурачок. И он, типа, такой сидит с коробкой конфет и смотрит на Луну с абсолютным идиотским выражением лица. Не, смешнее было, когда этот
насыпал ему в этот в стакан, блядь, с соком хуйни этой удачи жидкой, короче. А тот такой приуныл что-то, ну, блядь, типа, проебывать будем, квиддич, блядь. Гарри, говорит, что ты сделал, типа, это же жидкая удача, это же нельзя, блядь. А тот сразу, пойдем, блядь, на дерево взад, да. Это было скорее не смешно, а мило. Да не мило, это пиздец, я обоссывался просто на этом моменте. Кушайте рыбу, поспекайтесь в холипалов, я зила, поспекайся в протопала. Давайте, за звездочкой будете летать, три холипала и рестер шамон. А есть у кого-то хил? Чё? Холиприст, хердру. Направо или налево? Поспекайся в эрдру, жбанга холика, будете за звездой летать в комнате. Я слева. Чисто бал. Кому там что спекаться? Ну ты тоже можешь спекнуться. Да, сова есть, спекайся тоже. Короче, давайте, юзайте святые клятвы, пою гимн Аману. Быстрее тренимся. Ой, твой старый чат. Ходыш по башке. Запал на тебя, потому что думает, что ты избранный. Нифига себе, я такого не ожидал. Так я и есть избранный. Чек на пол. Джерин, зайди на мага тогда. Ой, ты и так мага, блядь, что ты такая. Давай пуляем. Ой, я зила, кстати. Олег, вы летели, сейчас заходим. Ты 20, я понял. Ты 25 герц уже танчил? Что танчил? 25 гер. Нет, еще нет. Блин, ну что ты танчил, я не помню. Ты с нами ходил в какой-то рейд. Ладно. Джерин не повесил усиление магии на Алитрию. Плохо. Еще Ульдуар с вами танчим. Да. Так, а вот этот физик, что подписать под варенька? Что-то алло. Алло, пускай будет тогда. Не, ну вы охуели, конечно, в проколах, я, блядь, честно вам скажу. Псих сразу подписываю. Блин, там 8 человек портала, берите по 2, этого хватит. И 3 портала захиливаем потом под геры. Улетай, Бафлик. Плохо. Ноксом по БР. Он летай. Вот вам дамаги мало. О, молодец. Улетай, вставай. Бафлик. Кристобаф, лапы, интеллект. Каску. Кто не занят из паладинов. Какой-то уебок становился порталы. Кто бы это мог быть? Это поможем машине. Так, подожди, может у меня есть этот пряности. Нет. Блин, я прочитал лысый панк ник. Это лысый пенек. Леник, ты забыла в портал зайти. Что-то вы слабенько как-то хилите. Ну, частицы не стакаются, если чё. В плане не стакаются. Ну, сейчас только одну частицу можно повесить на эту дыру.
Так я за частицы вообще ничего не говорю. Просто тут 6 хилов. Не, может туса 2 холипала, там один холипал какой-то повесил и все. Давайте уже сколько там рост надо было давать вообще-то, захиливать. Поздно. Заходите в порталы. Сейчас туда рост и захиливайте. Так, я первый по гимну отхил. Так, сейчас скажу, когда спеть следующий. Альпич, давай тоже гим. Джелис, может... Ну, а, уже не надо. Так, петля надо кому-то на танк? На... А вот, да. Ты на мейн ролишь? Ты назад в сову? Кто на мейн ролит? Таргарин, ты на мейн ролишь? Все, просто нет. Это мне сову спект? Да, до синдрии тут надо тоже попить. А, потом назад, блядь. Пикайте все в ДД, быстрее трэш залил. Потом обратно в хилов. Офворд, вы где? Бягу. Зачем они этот звуковой файл так искорёжили? Драконов привести? Уже будет. Да, переводи. Паучков хваткой. Оп. В идеале, смотри, там слева моб не тянет, отбеги. Нефть небес дайте. Ух ты, ёбан. Я вообще повис. Дик. Оп. Так, я пока отойду немного. Бля, надо все спиздить, пока не спиздил идеально. На шкале за 5000 лежит. Драконов не бывает. Бывает, бывает. Все бывает в нашей жизни. Подведи, сведите, пожалуйста, мобы в одну точку. Один моб в стороне стоит. Да, учится не радует. Тебя не радует. Стрэша. Винтовка одна выпала и пояс. Блин, раньше с дракончика падал лут. Багровые падали, да, еще скажем? Да, багровые кривые. Он как у Войда, как бы, 4 окаридрада, блядь. В обычке, блядь. Это вообще эпично было, блядь.
Ты серьезно? Это не прикол три ока? Это не прикол. Даже на видео записано. Он себя нравом одно забрал. Пиздата. Первый раз в жизни такое видел. Я думал, по две шмотки падают, оказывается, по три может падать. Соль колье. Знаешь, сланы колье одну подошел. Три колье. Ну там всего одна шмотка. Она типа, да хер знает, как считается, короче. Ну, три ботинка может выпасть. Падает два с первого квартала, если че. В смысле? Что? Ну, по две. Ну, получается, с леди, с ребра, а с кораблей я не видел, что две падало чего-то. Ну, знил за этого, с валики, по-моему, две шмотки одинаково падало, не? Я такого не помню. Хотя, может, бро, они... леди, лич, помню. Хотя, походу, они сделали только на первый квартал. Поднимите пацана слева. Тупо они вообще не напряжены, я даже не напрягаюсь. Конечно, когда БДК такой танчен, блядь, топовый. Да, да, конечно. У меня уже поднял 4 копинка. Хо-хо, блин. Сейчас ты умрёшь. О, да. Ничего, сейчас на еще посидим полтора часа. Ничего себе этого дракона завести туда к лифту. Он умрет. Умрет? Да. Ты не веди, давай лучше бему забанят еще. Вору, пожалуйста. Да, спасибо за захил. Приду на минутку, пока там бафа и срезается. Так уже все уже. Спекайтесь в хилу. Поднимите, я там чуть-чуть снизу. Один из новых его всех хилил, бля, если не хила Раташа. И каску дайте по варне, пожалуйста. Цвет варни. Так. Кто пойдет? Кто может еще пятого хила спекнуться? Светодар, да. Пижона лучше, Эльдру рулит. Хорошо, Светодар, оставайся в ретрика, Пижон. В игру 5 хилов кстати, пойдем. Кстати, он, по-моему, одна сова. Спроси, у Даксона есть сова там, нет? Он же кот. 1000 сов. Вот он, Даксон, сова нормально. Текаску. 1000 чертей. Чек на пулы. Дай текаску по ДК. Ебаху. Дай горн. Горн. Какаски. Горн. Пристубал. Вон рыба стоит, кушай. Хорош.
Пожалуйста, не испорьте своим пином трай-синдрей. Смотрите, что есть у меня. Надеюсь, не Арчонок, который свистит, блядь. У меня есть. Хочешь, повызываю? Нет. У меня тоже есть. Ёбаный стыд, блядь. Ладно, спасибо за рейд. Ну пиздец, ну чё за хуйня? А где там он? Тьменская, готовься, готовы погнать. Все, хватит это говно вырубать. Сейчас зайду на альянсовского персонажа, вырублю другое говно. А там как? Куда у тебя персонажи на альянсе? Там свистурка с альянса красивее звучит. Кто шкатулку поставил? Кто ставит шкатулку, тот дал. Он просто реально раздражает. Спасибо. Пожалуйста. Первый раз и красиво было. Блин, 4 хила освобожденная магия. Смотрим за обморожением. Бля, я надеюсь, я не умру с 11 стаками. Отбежали. Пизда. Катай, поднимай пижона. Пиздец, Пинк. Вставай быстрее. Забафали его. Метки вперед. Внимательно с метками смотрим. Спрятались. Слева попадает. Слева метку, за которой стоим, не бить. Не бить метку, за которой стоим. 120 тысяч. Вы что, не понимаете? Лол, блядь. Сука. Блядь, еще один. Пижон под смертью. Давайте рост. Давайте быстрее бейте, босса, бейте. Да у тебя что там, свистелка альянсовская? Да, дверь называется. А-а-а. Лучше б Сильвана рэп читала, бля, отвечаю. Беги, малышка, беги! 753. Почему они не умерли? Да ну нахер, такими лагами. ГП, блядь, гуси. Какой ГП, блядь? Он притянул уже, блядь, и хлопнул уже, чтобы отбежать. Поднял пижон. Доцы, подымай хатая. Даже он чат пишет по поводу пинга. А что, в новостях у нас еще ничего не писали про пинг? Про галимый интернет. Давайте метки вперед. Надо как-то попробовать на балконе бить синдру. Интереснее бы. Ой, бля, забегайте быстрее за глыбы. Забегайте быстрее. Фу, бля, никто не... Оббегайте ее опять. Не бить метки, метки не бить. В идеале на Сесна Хатая. Он летает на пижона. Побежали метки. Сливайте метки. Все, пошла фаза, внимательно смотрим. Чё? Давай, Доксин, под босса. Милики отошли.
слить метку. Не было жжения, ни хрена себе не вижу. Ну-ка, ходы дали быстро, блядь, друиды, сука. Эника под босса, милики отошли. Метку не бить, ждем притяжку. Сливайте метку. Давай, мырки под босса. Под босса, мырки, куда ты уходишь? Милики отошли, сливайте метку. Все метки под боссом. Тюменская под боссом, милики, отходим. Слили метку. Сдата, прожимаешься, ходу нехило. Есть БР еще? Вот, сместились влево. Есть БР еще? Графит СС на Войда. Мырки под босса. Милики отошли. Не сливайте метку, притяжка будет. Отбежали. Следующую под босса. Сейчас, если на хилов не будет освобожденка, понесем метку вправо. Бля, три хила освобожденная магия. Мырки под босса. Милики отошли. Светодар, каплю на Войда, пожалуйста, пою гимн от хил. На мне метку, я в сторону несу. Бейте босса, лентанель, каплю на Войда. Похуй, да? Талик упал. Одного танка. Опять? Я же топ танк. Туда это. 14 дебафов, блядь. Леника на 4 сдохла. Талик надо кому? Вчера тоже же Талик падал, да? Ну, да, вчера упал Талик. Лучше бы тапки так падали. Так сегодня упали, чего мне нравится. Талик тоже неплох, не худшее. Не худшее. Если бы так тапки падали, то все бы говорили, лучше бы так Талик падал. Лучше бы вокруг падало так, да? Быстрее забьют. Надо кодекса попросить, чтобы понизил шанс дропа, блять. Хуйня какая-то. Чтобы вообще шмотки не падали. По одной шмотке с квартала падали. Спекайтесь обратно в ДД. По одной печеньке с босса вообще. Да нет, так что обычный, сразу только слича падал лут какой-нибудь и все. Ты я 6-й по дамагу заезд. Ё-моё, кто ниже меня, короче, тот кашел походу. Гарин 30 лямов, ё-моё. Лысый пенёк 5,9 набил больше, чем АДК 6,8. Чем сова 6,6. Хатай. Ладно, хатай был на много хила. Я на Синри тоже был в хиле. Ты же сказал спекнуть. Давайте по тактике. Так, у нас раз, два, три. Значит так, первая волна Вали. Кружок станет Светодар, Ромб, Зилот, Сукин,
Эника трусы. Вторая волна Валь, Машека кружок, Ромбик Тюменская, трусы Линданьель. Почему не спалит Джейлис? Так, Эника, знаешь, как ты была в 10 геях? Там танчится то же самое, треугольничком по центру, там на череп стоит протопал. Слева мили-зона, справа РДД-зона. Фрешмод поменяй. Так, шаркающий будет вылазить посередине РДД-зоны и мили-зоны, вот здесь где-то. Дайте им ту. Так, мили-зона стоит... квадрате РДД звездочки. Короче, я по команде все остальное скажу, чек на пул. Выпейте настойки. Кого-нибудь настоев минус 200 ИП. А чему не спалит кто? Джейлис. Да. Значит так, Светодар кружок, я сделал Цукин промп, и Ника трусы первой вальки. Вторые вальки, Машека кружок, Тюменская ромб, Нитанель трусы. Третья валька опять Светодар, я сделал Цукин и Ника. Лина, буду каплю просить, Светодар тоже приготовьте на... Назову врага вас. Где ты? А, вот тут. Локи, Локи, давайте с пула проклятие косноязычия. Интеллект, дайте. Интеллект. Падали люди. Джерион, интеллект. Горн, Таргарин, где Горн? Ёбана в рот. Как можно так втычить с Горном? Это же жесть. Да дал бы сейчас Горн, еще до пола. Почему тогда люди просят его по КД? Шаркающий вылазит, мили-зона, ловушка. Шаркающий в РДД-зоне, смотри внимательно. Забирай. Двух урдлаков тоже таунти на себя и все. Почему с диспель с протокола? Милики, ловушка, РДД в звезду. РДД, ловушка в звезду, встали. Чума, 5 секунд. 2, 1, смотрим, чему выносим, графит выноси. Диспел. РДД перебежали. Чуть-чуть дальше проведи шаркающего. Еще дальше. Все, останавливайся. Так, второй шаркающий забирай. Милики ловушка, на танке ловушка. Отошли. Так. Смотрим ловушку, стань шаркающего с иступлением. Милики, ловушка, смарткил, снимай иступление. Проводи дальше этих шаркарей. Ну, отошли к порталу. Там улетело. Я вижу. Чему сейчас выносим 3 секунды? Бля, РДД, ловушка, перебежали, милики, оббегайте. Кто улетит сейчас ГП? Изила, выноси чуму. Бейте духа. На них тоже проклятие косноязычия. Удиален НСС на Войт Найта. Никогда еще. Графит НСС на Войт Найта. Да, когда, когда?
все, бейте второго духа. Эника, бля, чума, ты с чумой вышла, ёб твою мать. Ах, все, нету чумы. Так, останется один дух в живых. Ты его поведешь параллельно рейду. Главное, чтобы он не дышал в рейд своей магией, нас не поубивала. Ты поняла? Здесь сразу стоим в звезде. Сферки добить. Все, вдохнул, веди под лича. Все встали в звездочку. Добили духа. Звезду встали. Офорд, станешь тогда потом кружок, вторая волна. Через кружок играем. Осквернение, вышли все с центра, Офорд, осквернение. Давайте, в кружок сыграли, все, кружок добили. Тром добить, трусы добить. Почему вы не играете до конца в трусы? Опан. Потому что, сука, вы дрочите, не бьете валик. Встали в звездочку, вот сюда. Офорд, кружок. Тюменская, ромб. Даниэль, трусы. На первых вальках весь рейд уходит к трону. Осквернение выливается в портал. Вышли. Кружок сыграли. Кружок застань. Все. Ждем, пока осквернение разольется. Бля, физика, как ты? Две секунды осквернения смотрим. Все, давайте к звезде. Сейчас осквернение пропадет. Светодар, кружок, Лизила, ромб, Эника, трусы. Встали в звездочку. Бля, не поворачивай босса. Давайте в кружок. Через ромб играем, все через ромб. Должны слить, ДПСа нужно хватить. В кружок играем. 200 тысяч в кружок. Длинноухие, осквернение. Встали в звездочку. Так, теперь кружок, Уфорд. Ромбик, Тюменская, трусы, Лентенель, встали в звездочку. Тюменская КД. Тогда Эника, ромб. Давайте. На ХТ станет тоже КД. Давайте в трусы играем. Да не падаем. Бля, Джерин, что ты там делал? Нахуй, или ты выносил осквернение? Алинканите просто для прикола дамаг по валькирам. Ну что ты их хуёво бил? Они дохуяли два косаря. Я промахнулся. Титадар нахуяривает, блядь, 1 400 000, нихуя себе. Пиздец. 1 400 000.
пушите рыбу. Ну вот физика, если... мало что. Помогите, пожалуйста. Умер, если что. Физика умер? Но. Ну, Синдру, я же затащил. Уманите, пожалуйста, Тургавина. Я в степя. Лок. Тупо тащит один светодар весь рейд наш. Блять, лям отрыв от остальных людей. Просто охуеваю с этого. Давайте бафаем. Так ты хуй знает, где стоишь, бич, блядь. Сказано в звезде стоять, ты хуй знает, куда летишь. Бич, блядь. Понял, ты чё, наркал? Если ты не заметил, я стоял в звезде, когда ты отпрыгивал к порталу, потому что круг стоял неправильно, и он полетел туда, и все отбегали в круг, и ты сказал бить круг, если чё, я единственный стоял правильно, а вы чё-то там не знали. Ты в ромбике был? Я был в трусах, когда улетал. Отсюда летел, вот Лич тут стоял, и отсюда туда летел, а ром, а кружочек какого-то хуя туда летел. То есть, кто правильно стоял, правильно жарил, то есть, кто хуя кружочек там стоял, непонятно. Так ты стоишь только потому, что у тебя есть блинк, который моментально выносит лужу с рейда, а у некоторых классов такого нету, такой способности, поэтому не отбегают, чтобы лужа не разлилась, если это в том числе. А, это вторая волна вальбы, да? Круг летел неправильно. Короче, тут тупо на реакцию. Скорнение на мне табличку увидел, бежишь от нее и все. Ну это вторая волна валь была. Я с третьей волны, где Лич. Третья или четвертая, я не помню. Пятьсотка валик, да? Понял. Давайте бафайте интеллект еще. Даруем тебе быструю смерть, Артас. Более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки тысяч душ. Давайте, что там, все забафан. И будешь молить о пощаде, но я не буду слушать твои отчаянные крики. Да. Доказательством моей безграничной мощи. Да будет герой в атаку! РДД перебежали. Забираешь аркаря. Чума 2 секунды. Так, РДД перебежали. РДД перебежали. Гарин. Диспел, Энику тоже диспел. Протопал, перебегай. Все двигайтесь. РДД в звездочку.
сейчас будет шарп еще второй. Милики ловушка. А, уже есть, блядь, только. Чума, одна секунда. Менская чума. Сова удет, блядь. Сложно стать звезду. Да нет, я случайно подошел вперед, слышал. Мы перебежали в звездочку. Протопал, веди на край. На край веди. 2%. Стопайте ДПС по лечу. Ловушку ждем. Чума 2 секунды. Протопал ловушку. Все на край. Давайте. Все на край. Давайте. Рейндж набрали. Диспель себя чуму. Рейндж набрали. По югим на манур. Ты поставь тотем. Забыл в первый раз пить. Ну давай, вон летаем СС на Войда. Эника, забери бурдалаков с рейда. Переключайтесь со второго духа. Не забивайте про проклятие на второй и третьей фазах. Так, жди, пока дух дыхнет, и тогда веди в рейд. Я ему сало, да, он не дыхнет пока. Добили. Все, 400к осталось, все, давайте в звездочку. Кружок, светодар, язила, ромб, дэнника, трусы. Встанем. С центра все сразу выходим. Я в кружке, кружка не болит станок. Машека, ромбик стань. Вышли с центра, все пижоны, осквернение. Через трусы играем. Все, трусы добили в лича. Так, три вальки, короче. Миры? Да, давайте рост. Встали в звездочку. Машека, кружок. Ромбик, тюменская. Трусы, лентанель. Звезду встали, осквернение к... порталу, весь остальной рейд к трону. Это первая валька, будет осквернение. Так, вышли. Давай сакру Эника, кружок играем. Не прыгать. Через кружок играем. Станы раздали. Трусы, ромбик. В центр никто не идет. Осквернение 5 секунд. Выносим осквернение, потом идем в центр. Выйдите из центра. Сова, вот эти присты, выйдите из центра. Осквернение 0. Звезду становимся. Блять, хуево разлили. А, нет, нормально, ладно. Нет, никакой той стороны, в звезду встали. Не поворачивай лича. Раздали станы. Давайте в кружок играем, я в ромбике. Станы раздали. Я в трусах, 200 тысяч. Не выпрыгивать из осквернений. Давайте лича играем. Так, встали в звездочку. У кого станы есть? Светлана есть. Так, светлодар есть. Нету. Тюменская есть. Лентанель есть. Стань, тюменская, ромбик, эника, трусы, светлодар, кружок. Блять, нету. Кружок, кто застанет? Что все с осквернением? Лысый пенек, выйди, играйте через кружок. Станьте вальки. Давайте ромбик. Все, ромбик остался. Давайте ромбик. Давайте все на край. Переходка. Я провожу.
Надо шаман на ману залить. Альпич, давай гимн на ману. И на рынке. Даю. Все, убейте кружок. Нету горна, нету ДК. А, давай, вот ты иду горн, давай. Квадрат играем. Там гор дали. Кружок играем. Убираешь пита поднять, потом он упал здесь у нас на площадке. Потом поднимешь. Сферу добить. Кружок добивайте. Сферу добивайте. Агро. Пиздата. Вы, блин, следите за гротом своим, ребята. Давайте в звездочку. Побежали. Горько, давай гимн отхил. Гимн отхил до конца пой. Побежали. Давай сакру. Блять. Дайте гимн отхил еще один. О, побежали. Повезло сейчас. Далеко бежим, пока фул хп, тут бомба впереди. За угол становимся, бьем сейчас духов, оффорд поднимаем ашеку, хатай, графита. Где ашека лежит? Где-то в Млечном пути где-то лежит. Все, отошли к трону. Мелики бьем лича, все, мелики бьем лича, войда хилим. Отошли все к личу, духи спустились. Уйдите с под духов. Так, осквернение. Не выпрыгивать с осквернения. Все к порталу идем. Так, духов добили, Эника просто взрывает духов. Хатай, поднимай графита. Он исчез, если что, его уже не видно. Его надо было заранее поднимать. Давайте в звездочку. Звездопад в комнате отдаем. Не говорите со мной одновременно, очень сильно раздражает. Побежали в звезду. Кого стоит аура защиты темной магии? Скажите. На мне. Хорошо. Буду говорить, когда мастер ауру кидать. Когда прожмется, освободи, поставлю я следующую сакру на темную магию. Поразбафайте пока людей. Рогу, а ну да, рогу только. Крестолапу, крестобаф, каску, кулак. Сейчас мы выйдем с комнаты, духи пойдут на нас, мы идем к порталу. Все, все к порталу отошли. Лича не бить, порталы все отошли. Яника взрывает духов. Хильте, ой, да 16% хп, жатва на нем. Жнец, жатва. Все, идем на другой край. Скрипнение 5 секунд. Дистанцию добираем, выносим не к духам. Вот, скрипнение. Отошли от духов, духи спустились. Все в звезду, звездопады в комнате. Иначе, как и я, будете
Так, выход с комнаты, смотрим, где звезда, идем к звезде. Так, давайте, все к порталу, духи спускаются на рейд. Не выпрыгивай, сова, прожми кожу, спринты, убегают духов. Ты слышишь, Аника, кидай тарелку, замедляй духов и моста он там по КД. Так, идем к трону. Последняя комната сейчас. Сквернение на войду. Звездопады отдали, звезду встали. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, 60 хп у длинноухого сейчас было. Ревна снова? У меня масса есть. Так, стоим звезде, впереди бомба. Пою гимн на отхил. Побежали дальше, не смотрите на звезду. Я просто пою гимн. В звезду встали. Все, побежали дальше. Давайте к трону идем. Такое ощущение, что сейчас бы этот личевый длился. Берса. Через 8 секунд рост можете дать. Спускаются духи, отбежали. Сомнений нет. Вы величайшие герои Азерота. Вы преодолели все Может, лучше в РСК пойдем? Завтра пойдем. Движет вами праведность. Не знаю. Ты отлично их обучил, Фордринг. Ты привел сюда лучших воинов, которых знал мир. И отдал их в мои руки. Как я и рассчитывал, тебя следует наградить за этот невольный подарок. Шаман 5.9 хилит как Джерион, блядь. Смотри, как я буду воскрешать их и превращать воинов в плети. Они повергнут этот мир в пучину хаоса. Убили. Так, кто говорит? Конский, наверное. Станешь... Да. Подержишь целка? Мне по душе эта ирония. Свет, даруй мне последний... Сложный вопрос. Силу разбить эти оковы. Невозможно. Бати Тартас! Твоя ненависть не заберет больше ни одной жизни! Наконец, я свободен. Все кончено, сын мой. Настал час расплаты. А что, Аля? Явитесь, воины света!
за, походу за слив. Это же надоело кому-то играть. Там у мастер. Вы серьезно? Вы серьезно, блять? Надо было во вторую идти. Фу, спасибо за рейд. Спасибо за гильдию, блядь. Да. Три глоры, блядь. И пять коней. И 10 токенов пока. Ну хотя бы не гора упала. Это было бы типа вдвойне обидно. Например, две горы. Я сейчас не кашляю. Блядь, надо кому-то. Джейми вчера арбалет забрал за 937 гп. Я возмущался, что так много. Ну, сегодня 3 серна, если не хватит. Наконец-то, фулбиз, да? Хоть один перс фулбиз. Нет? Теперь Войда будешь передамаживать, трогай. Он тебе и так передамажил. А то пьп или не? Нет. 2 часа 11 минут, если еще убили плеча. Можешь ждать, мы не обидимся. Полагали. Да, это лаги все виноваты. Ого, у меня тоже сейчас ломало. Да это когда ИП начитаешь всегда так. 1000. Вместо 2,5, не, вместо 3.